Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Сегодня я хочу снять видео небольшое, информационное. Ну, конечно, за чашечкой чая. Чай у меня мой любимый, с мятой. Прежде всего, я хочу поблагодарить своих зрителей, подписчиков, которые смотрят меня, подписываются, ставят лайки, пишут комментарии. Огромное вам спасибо, что вы мне доверяете, что смотрите мои видео. Я вас всех очень-очень люблю. Несколько дней назад я ездила в Уфу на операцию. Операцию я делала на глаз, поэтому сегодня вы видите меня в очках. Глаз у меня страшный после операции, поэтому уж вам показывать я его не буду. До операции видела я всего в пределах полуметра, ну метр от себя, поэтому мой весь мир вокруг меня казался маленьким, сереньким, неярким. И мне казалось, все так оно должно и быть. Но после операции мир стал таким огромным, таким красивым, таким ярким, что у меня аж закружилась голова. Операцию делала я в Уфе, я уже говорила, и я очень благодарна своим врачам, особенно Ольге Ивановне, хирургу, который просто вернул мне свет в моей жизни. Конечно, она это видео смотреть не будет и никогда его не увидит, но все равно я ей очень-очень благодарна. Дорогие подписчики и зрители моего канала, в течение 2 недель мне просто нельзя будет постоянно напрягать глаз. Поэтому я не смогу писать комментарии, очень много работать в интернете и в ютубе. Поэтому простите меня, пожалуйста. Но я буду делать просмотры, буду ставить лайки по возможности, постараюсь выкладывать видео. Поэтому я вас всех очень люблю. Заходите ко мне, подписывайтесь, если хотите. Нажимайте на колокольчик. Я всегда вам, всегда всем вам очень-очень рада. И по возможности я буду отвечать, но комментировать пока, извините, не смогу. Поэтому спасибо, что посмотрели мой блог. До свидания. Заходите к нам на чаек.